мальчики, девочки, родители, организаторы этого замечательного турнира, Кубка президента по шахматам. Ну, знаете, мне приятно быть здесь, поскольку я многие годы дружил с шахматистами в Грузии. Мы сегодня уже вспоминали частично те времена, и меня посчастливилось почти 40 лет назад открывать шахматный клуб города тогда Фрунзе, сейчас Бишкек. Вот, и целая плеяда шахматистов когда выросла. И большим сюрпризом для всего мира было то обстоятельство, что в начале 90-х годов команда Киргизии смогла стать чемпионом азиатских игр. И женщины неплохо играли. Наши принцессы. Адель Чубакова. Третье место. Адель Чубакова. Невероятно, такие маленькие девочки. Вот она играет в шахматы. И она победила в турнире. Адель Чубакова. Получил вопрос сюда. Из рук чемпиона получить медаль. Браво, Адель! Спасибо большое, Анатолий. Это третье место. Адель Чубакова.